Детский сад – это самые приятные и трогательные воспоминания детства, беззаботное время, проведенное весело и интересно в теплой атмосфере. Такое учебное заведение есть в городе Волконеште. Руководит им заслуженный педагог ГГУЗИ Людмила Лямзина. Она с большим трепетом и любовью относится к своей работе. Родители с удовольствием привозят из соседних сел. У нас есть село Молдавское Говоносы, привозят детей к нам в молдавские группы. Есть гагаузы, чисто гагаузы семьи. Есть много желающих родителей, которые хотят, чтобы их дети обучались на государственном языке. Во всяком случае, чтобы знали, владели этим языком. Детский сад функционирует с 1980 года. За это время многое изменилось как в самом учебном заведении, так и в системе образования. Совершенствуют педагогическое мастерство и воспитатели. Заботой окружают детей обслуживающий персонал. В ясли-саду функционирует 9 групп. Коллектив детского сада занимал призовые места в региональном конкурсе «Воспеваем край родной» и городских мероприятиях. Большую часть мы сейчас уделяем преподаванию языков. Это румынского и гагаузского. Наш детский сад имеет 9 групп. 5 на русском языке обучения и 4 на молдавском языке обучения. Как и в русских группах обучения, так и в молдавских группах ведется гагаузский язык. Это делается для того, чтобы расширить сферу гагаузского языка. Обучение ведется на государственном и русском языках. Преподается и гагаузский язык. Детей знакомят с культурой молдавского и гагаузского народов. Проводят национальные праздники – мартишор, день национального костюма и другие тематические мероприятия. Ирина Караман, Влад Табачук, Алексей Герчу. Специально Хабарлярь.